В Югре определили работу старост сельских поселений. Распоряжение о соответствующем проекте закона приняли на заседании регионального правительства. Институт старост попал в федеральное законодательство весной текущего года. Это одна из форм местного самоуправления. Проектом закона предлагается определить правовые основы порядка назначения старосты в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, установить полномочия старосты для решения возложенных на него задач, установить гарантии деятельности старосты и утвердить описание и образец бланка удостоверения старосты. Законопроект обсуждался в Общественной палате Югры. Также его одобрил Общественный совет при профильном департаменте. Согласно документу, старосты сельских поселений будут оказывать организационную и информационную помощь жителям территории при обращении их к властям. Также они будут проводить личные приемы граждан и помогут главам в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.